Одна из самых знаменитых книг Эрика Карла «Today is Monday», которая позволяет самым маленьким читателям выучить дни недели, названия продуктов, а вот с такими красивыми, яркими персонажами. Книга с оценкой, потому что отсутствует первая страница, как раз-таки «Today is Monday». И книга начинается сразу со второго дня. «Tuesday spaghetti, Monday string beans». Из-за этого книга продается с большой скидкой.